В России сегодня завершается срок предоставления документов, подтверждающих необходимость кредитных каникул для первых пострадавших от коронавируса граждан. Об этом сообщает Банк России, ссылаясь на федеральный закон от 3 апреля. В течение 90 дней, начиная с этой даты, жители, потерявшие от 30 и более процентов доходов, должны были доказать это своим кредитным организациям. Мегарегулятор направил письма в адрес банков, микрофинансовых организаций, потребка оперативов, ломбардов с рекомендации реструктурировать долг по собственной программе, если заемщик не смог доказать снижение дохода. Вполне может так получиться, что не все смогут предоставить такой документ. В том числе и в силу невольной ошибки, связанной с достаточно непростым расчетом. И мы рекомендуем банкам пойти навстречу добросовестному заемщику и все-таки сохранить его каникулы, превратив программу каникул по закону в собственную программу банка. Ранее РБК «Уфа» сообщал, что на начало июня более 8,5 тысяч заявок поступило о предоставлении кредитных каникул по закону 2020 года. Из них одобрено порядка 64%. Реструктуризация предоставлена по кредитам на сумму свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей, из которых 72% – это ипотечные кредиты.